Всем привет! Сегодня у нас в обзоре винтажные советские бусы, и я их продал. Чуть позже вам назову цену. Сейчас мы посмотрим каждое из них. Вот такие вот. Ценного здесь ничего нету. Тоже это накопилось все. Выставил одним лотом и продал. Недорого. Ну, по крайней мере, избавился. Потому что, как я говорил в предыдущих роликах, немного устаешь от всего этого. Вот такие вот симпатичные. Есть очень даже и неплохие, которые смотрятся. Но не хотелось поштучно их продавать. Вот и пришлось бы ждать бы месяц, я так думаю, до лета где-то. Вот такие. Но это пластмасска. Часто вот такие подобного плана делают из костей животных. Поэтому будьте внимательны, дома пересмотрите. Если пластмасса, то не ценно. Если кость, то немножко там будет, там они стоят. Так, это у нас очень дорогой жемчуг. Такой пластмассовый. Безумных денег он, конечно, стоит. Вот такие бусы. И вот такие стекляшки, очень такие симпатичные, в солнечную погоду Жиночка оденет и будет самая-самая красивая в них. И теперь самое главное, это цена. Вы только вдумайтесь. Вот эти все, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять бус ушли за 181 гривну. Вот такие у нас рекорды. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!